Гражданские инициативы поддержали представители общественных организаций. В области стартовал эколого-социальный межрегиональный форум. Проходит он впервые. На нескольких дискуссионных площадках участники в течение недели будут обсуждать самые злободневные проблемы, с которыми обращаются жители области. Это экология, здравоохранение, защита прав человека. Среди главных задач – наладить диалог между населением и властью, сделать социальные программы и законопроекты открытыми для обсуждения. В заключении форума все предложения будут занесены в резолюцию. Ее потом представят органам местного самоуправления. Мы не альтернатива официальному гражданскому форуму, который будет проводиться администрацией области. Мы такая общественная инициатива, которая на самом деле дает возможность общественным организациям, которые будут участвовать в официальном гражданском форуме, донести чаяния, так сказать, граждан, да, их проблемы до органов власти. О том, что именно это, так сказать, задевает интересы всех слоев населения общества, свидетельствует публичное обсуждение бюджета, которое недавно состоялось здесь, в областном совете. Там эти вопросы были подняты, и я надеюсь, они нашли, так сказать, найдут воплощение в окончательном варианте бюджета, потому что все-таки от бюджета зависит реализация многих идей.